решил отдать дань уважения и признательности тем, кто построил этот город, кто стоял у его истоков, кто вложил ум, труд, трудолюбие в то, чтобы он состоялся таким, каким мы его сегодня видим. Это наши уважаемые ветераны, почетные жители нашего города. Спасибо вам большое и низкий поклон за все, что вы для нас сделали. Сегодня я хочу сказать огромное слово благодарности и признательности губернатору Красноярского края, правительству Красноярского края, законодательному собранию за помощь и поддержку, которую они оказывают нам, назаровцам, создание комфортных условий, достижение тех целей, которые мы ставим перед собой, которые стоят перед собой наши дети. Поздравляю вас с 60-летием родного города. Его летопись – это страницы богатой истории Красноярского края и всей страны. В ней нашли отражение подвиги солдат Великой Отечественной, достижения строителей и энергетиков, самоотверженность шахтеров и мастерство выдающихся спортсменов. В напряженном рабочем ритме города чувствуется особая сила. Развитая промышленность, крепкие сельхозпредприятия, слава культурного центра – все это составляющие современного облика Назарова. Уважаемые земляки, пусть ваш труд и ваши таланты служат процветанию города. Искренне желаю масштабных успехов и ярких событий, здоровья, счастья, благополучия каждой назаровской семье. Губернатор Красноярского края Александр Викторович Ус. Пусть сюда придет бизнес, пусть здесь будут инвестиции, чтобы наши дети, наши внуки не уезжали далеко, а возвращались по окончанию учебных заведений в свой родной город. О чем мы мечтаем? Каждый житель города Назарова о чем-то мечтает. Наверное, мечтаем о хороших дорогах, Сергей Иванович, правильно. О бесплатной и высококачественной медицине. Наверное, о чистой экологии и хорошем воздухе. К себе вопрос больше задам. И Виктор Александрович прав. Наверное, мы больше всего мечтаем, чтобы наши дети, отучившись, вернулись сюда, чтобы здесь они влюблялись, заводили семью и работали на благо нашего любимого города Назарова. Вот 60 лет города Назарова – дата правильного выбора.
смотрите, она как объединяющая. Сначала отметили 70 лет разрезу, 60 лет ГРЭС, и как своего рода триумвират, и итоговой точкой 60 лет города Назарово. Потом был бы у меня сейчас фужер шампанского, я бы, наверное, поднял тост. А так просто скажу, за нас с вами, за наш любимый город, за наш с вами любимый край. С юбилеем, дорогие!